В ноябре у хоккеистов «Адмирала» напряженный график. 6 домашних матчей, и первым соперником «Моряков» стал подмосковный «Атлант». 9 дней назад подопечные Душина Грегора обыграли гостей на их родном льду в Мытищах, и ответный матч во Владивостоке развивался по похожему сценарию. Первыми счет открыли хозяева. Энвер Лисин перехватил шайбу в средней зоне, вышел 1-1 с голкипером «Атланта» и был точен. Правда, радовались болельщики «Адмирала» недолго. Спустя 2 минуты гости сравняли счет. Отличился Новопашин. Во втором периоде хоккеисты «Атланта» вышли вперед. Шайба после броска Радулова попала в коньки Володина и срикошетила в сетку ворот приморцев. Впрочем, через 2,5 минуты хозяева использовали численное преимущество и счет сравняли. Третий период победителя не выявил, и в овертайме, как и 9 дней назад в Мытищах, Константин Макаров поставил победную точку. 3-2 в пользу «Адмирала». Самым результативным игроком этого вечера стал Энвер Лисин. Помимо заброшенной шайбы на счету нападающего, 2 передачи. В общем, 7-й номер «Адмирала» с честью справился с возложенной на него в отсутствие Лизубова ролью капитана. Наконец-то болельщики «Адмирала» увидели на домашнем льду любимчика прошлого сезона Феликса Шутца. А для защитника Шунахешки матч против «Атланта» стал дебютным в составе приморской команды. Болельщики здесь постоянно вовлечены в игру, они очень эмоциональны. Площадка меньше стандартной европейской, шайба двигается быстро. Могу сказать, что получил удовольствие от матча. Сегодня психологически чувствовал себя очень здорово, но малость заржавел в физическом плане после обмена из Казани. Ничего страшного, буду потихоньку добавлять. Следующий соперник «Адмирала» – «Минская Динамо». Матч состоится 5 ноября на льду «Фетисов-арены». Марьяна Симоненко, Александр Портовщук, новости спорта на 8.